В Испании пенсионеры блокировали парламент. Основным требованием протестующих в Испании пенсионеров является повышение пенсий до достойного уровня, который хотя бы покрывал инфляцию. Несколько тысяч пенсионеров перекрыли дорогу и заблокировали вход в здание парламента Испании, требуя достойных пенсий. Как сообщает El Mundo, пенсионерам удалось на несколько часов заблокировать главный вход в здание Нижней палаты испанского парламента, Конгресса. Основным требованием протестующих является повышение пенсий до достойного уровня, который хотя бы покрывал инфляцию. По оценкам полиции, в акции протеста приняли участие от 3 до 4 тысяч человек. Люди кричали «позор, воры», даже пенсии хотят украсть и требовали от правительства провести повторный расчет пенсионных выплат. Ранее американское издание Ас Нуз и Бизнес Школ Ворд и НБФ Групп составили рейтинг «Лучшие страны для комфортной пенсии». Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.